что мы встанем, блин, уже с мечами. Ладно, молчу. Так один умрем. Ну ты просто интересно, скажи, что ты думаешь? Насчет чего? Насчет Советского Союза, коммунизма. Если ты знаешь, что это такое. Я знаю, что это такое. А что, мое мнение обязательно, да? Да. Очень интересно. Она интересна. Почему не послушать мнение молодежи? Отношения. Кто такой Ленин? Что такое Ленин? Что такое Ленин? Кто такой любит Фара? У них такой Сталин. На Сталин, да. Кто такой Бубнов? Бубнов. Погодите, дайте прорезать за кадром. Бубнов, посмотри, кто такой Бубнов. Куда заходить? Лэнс 1, 2, 3, 4. Так, Лэнс 1, 2, 3, 4. Понял, принял. Так давай отвечай, что-то там скрылось. Бубнов, Александр Викторович. Вообще это Олег Карасевич. Вообще-то по идее. Отвечай на это. Посмотри, Лизо, кто такой Бубнов Александр Викторович? Да всем насрать на Бубнова, блядь. Ёбаный рот. Да это тебе, это вспомнил. Я тебе говорю, Бубнов сдохнет, его никто не вспомнит, кроме тебя. Так, Бубнов, ну я уже зашел. Знаю, и... еще туда, что ли, куда зашел? Все, я понял, я не тот, где туда зашел. Бубнов все знает. Никто бы про него тут не знал, кроме тебя и пару футболистов, которые тут это. Да весь. Вся Россия знает. Наверное, ты, а я же знаю про Бубнова. У меня какой-нибудь пушистик сраный. Ну что там? А, ну он часто лезет. Отвечай давай, как ты относишься к Ленину, к Сталину, к коммунизму, к Советскому Союзу? Это же нормально, даже понимание. Мне все равно как-то коммунизм не нравится. Почему? Сейчас я принесу. А чего он тебе не нравился, слышь, подожди. Почему? Ну, как бы все было уже сколько. Да? Да, если что, прям на расстрел ставили. А если ты такое сказал, отчим? Нет, я просто знаю, что раньше расстреливали за такой игру. Я не такой жесткий. Вот. Видишь, что в школе какое говорят? Да в школе они историю не учат вообще, там непонятно чем занимаются они. Мы сейчас не проходим. Вот мне нравится, что 14-летняя девочка уже говорит, что в Советском Союзе расстреливали за все. Это пиздец. Не за все, но... за самые главные преступления, там, за воровство, за убийство. Ну что, это плохо? Конечно. Застреливают даже полицейских, которые вот, допустим, могли преступить. Это как? Что там? Понимаете, сколько все было же? Серьезно, жестоко? Коммунистическая карма. Ну чё, давай запускай, чё? Чё, давайте, я уже съехал. Поехали. Всё, поехали. Стартует? Эх, Лиза, Лиза. Чего сразу Лиза, Лиза? Понятно с тобой. Подвержен ты общественному мнению, не имеешь свое, не анализируешь. Так, как сказала, сказала тебе учитель по истории. Давай гад. Выбирай команду, ты хост. Я знаю. А кто, значит, хост? Я расстреливали за все. Я же сказал, не за все, за преступление. За все расстреливали. Сказал, Сталин лох, и все, и расстреляли еще за него. Волки позорные, блядь. Да, да. Сказал коммунизм говно. Все расстрелять. Так, 2 минуты, да? И? Нет, конечно. Да. Тебе все врут. Так, что там просто написал? Написал. Интересно, чат работает вообще.
почему я хочу зимовать сейчас? Да, держись. Разве это так можно в высшем обществе? А что ты зевать? Стоп, погоди. А мы что, одинаковыми что ли играем? Нет, не одинаковыми. А, я не знаю, что я не видимо, сбрось тогда. Сбрасывайте тогда, если аргентинский. Брось, брось, брось. Я что-то тупанул, я одинаковыми думал. Итак, что ты, Лиза, знаешь, где стрим смотреть? А не, ничего, не, я не помогает просто, на жесткий сброс делать. Ладно, понял. Цепких лавах Мафуты? М? Я говорю, цепких лавах Мафуты? Че, рубрика цепких лапах? Где там распутник вообще? Вот тут? Вот. Распутник... Джамлайт, будешь распутником после Тимощука? Во что? Нет, не буду, я не готов. Ты же писал сам, что го, там что-то такое. Да я даже не знал, кто мне писал-то. Я просто как бы отвечаю, что чтоб человек не подумал, что я где-то там заигнорил его. Пусть он в контакте пишет. Разберемся там, кто написал, что написал, на что играть. Чё ты такой долгий? Все равно не сможешь задрочить, да. Ну нет, ну чисто для порядка надо хотя бы игру чуть-чуть это открыть-то вообще поиграть. Какую именно? Ну какую у вас мы там с ним играем? Много игр. Баскет и еще что-то мы с ним там играем, по-моему. Закрою по-моему стрим пока. Пизда. Итак, Тимощук, ты как, за Аргентину, да? Да. Аргентина против Италии. Супер, и Тимощук пропускает первый гол. Ну так вот. Так. Ой-ой-ой. Ой. Чуть-чуть не доходит до ворот. И опять мол. Ну все, пофиг мне. Так, Джамлайт приближается. Делает супер, не получается. Удар мимо ворот. И Рэмбо идет. От ворот. Ничего себе. Вот это да, вот это на все 20 сейчас было. Что было все 20? Легально? Да. 1-1. Это легально, это виртуально? Мне сейчас так кашляет, но я сейчас чуть сердце не выпрыгнула. Да что ты, я... Да ты гонишь, что ли? Дурак во что-то играет уже. Бить, тварь. Да, почти. Знаешь, что я этого не вижу сейчас. У меня YouTube нормально включение не делает. Можешь ВКонтакте посмотреть. Там лучше, да? У меня нет ВКонтакте, точнее, наши группы. Как это нету? Как это нету? Вот так вот. Скинь ссылку куда-нибудь. Да, в чем проблема? Ой-ой. В чем проблема? Ой-ой, действительно. Блин, браузер все тормозит почему-то. Пойду на ложку по интернет. Ладно, старая на ёпку смотри. Блин. Ссылку в чате тогда. Где он?
Ничего себе. Счет 1-1 тем временем. Броненосец пошел. Ну короче, я тебя в гол 3 пока только добавил и в пенальти. Там смотри по таблице. Да ёпта. А остальное я, честно говоря, не уверен, что там можно, потому что очень много уже сыграно, а там все таблицы херятся, если их переделывать. То есть пары мешаются местами. Да тварь. Я, конечно, еще посмотрю, там может. А чё, вместо кого? Ну ты вместо Роджера, ну не важно. Я у тебя уже добавил. Что-то Роджер. Да не надо мне писать тут. Мне пол крис мемори. Ну понятно. Броненосец. Да это чё за бред? Ну? Я даже не видел у них суперку ни разу. Блин. Ничего себе, ё-моё. И остается совсем немного времени, чтобы трамвай то. Это вообще легально, нет, я не понял. Это виртуально? Ну да, дальний удар не приносит результатов. Супер! Это легально. И что, пролагал? Ну я чуть-чуть запоздал. Ну чё, он базарит и ничего не делает. Ну, какой-то ватый бьет. Ебать, у меня вратарь, блядь. Пизда, блядь. Тимощук, ты что это? Вратарь. Придумал такое. Ну ты за судейца. Никто, вообще никто. Мэм. Простите, над мэм. Я как только пришла, сразу услышала маты. Кого? Надеюсь, у нас простите. О, мы начитали. И счет становится 1-0 в пользу Джамлайта. Ты еще маленькая материца. Мы можем вообще в полную силу. Со всей яростью. Так, сейчас я убираю. Одинаковыми нельзя, да, которые были вы? Да, 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 нельзя. Ну, обычно мы очень вежливыми. Не, ну, обычно. В смысле, ты Аргентиной можешь играть, это что? Ага, ну, понятно, ну, красные, которые их все равно не выбрать уже. Да, 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 да. Тимощук решает сыграть за Бразилию. Как берем себе веселую расцветочку. А что будет? Какая суперка у них? Рыба? Не рыба? Мясо? Да, рыба с мясом. Я даже не знаю, как у них. В обе стороны. Да. Так, смерч. Не надо. Сам виноват, я.
Ветер, 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 ветер! Чё, ветер можно же? Чего? Чё, ветер? В обе стороны ветер. А, я чё-то задел? А ты, да. Я задел, да? Короче, заново давай. Не, я не специально, у меня бок нажалось нечаянно. Я хотел только это поставить. Не, я сейчас что, справа что ли? Должен быть слева. Я свапну. Значит, не надо было. Свапни еще раз тогда. Я просто на F10 нажал, там, наверное, сохранился пост. Нажми еще раз свап, значит. Свап, да? Да. А, вот я справа. И выбор сохранился. А отмену нельзя выбранных сделать в этом хате. Да? Ну то есть, чтоб красную. Я понял, понял. Не, ну я выбрал красную же. Все работает. Нет, ты правильно, это он. Нюанс. Раньше же можно было. Итак, желтые против блакитных. Западная Украина против восточной. Негры против. Белые. Тоже каких-то черноватых. Платим. Black Lives Matter. Black Lives Matter. Благие смотри, да. Посмотрим, сможет ли Джамлайт сохранить преимущество. Сохранит. Какая у них прямая суперка-то или не прямая хотя бы, скажите. У кого? У Бразилии. Рыба. Рыба такая же, что ли? Такая же, как в оригинале. Так, Бубнов использует пасы. Конечно. Но... А что он еще может использовать пасы? Он может использовать удары. Вот такие. Какие? Удары ногой. Какие? Ух ты, бля. Ах ты, почти достал. Давай, давай. Да что ты делаешь? Итак, кому этот пас вот был, интересно? Мне. Ну вот что он не запрыгивает, ничего. Ветром что ли сдуло? Держать там надо, да, что-то, чтобы запрыгивал. Тест не тест, но в тесте. Тимощук, ой, Тимощук, Распутник там что-то сделал. Да запрыгивать надо на две кнопки жать, что ли. Ё-моё. Удерживать, я так понял. Даш. На ней, да шо я Че я делаю? Тимощук не хочет выигрывать. Он да. Хочет играть. Что ты делаешь? Главное участие. Да. Так, а Джамлайт бьет. И... Еще раз бьет. Вот я Джамлайт болею, я за Джамлайт болею. Ты ж не знаешь да, меня, как да? Ты за меня болеешь ты. Но я чувствую, что он выиграет. Если я его да. Потом проиграю, так что... Если б ты наблюдала все игры там во всех сезонах за мной, понимаю. А так ты чё? Имбу, ё-моё, ведь. Где я вообще? Да. Ой, не буду, да. Вот, вот туда. Блядь, нифига себе. Блин, чё он так контролит, да? Смотри-ка, Джамлайт не желает сдаваться. Я себе хрен. Давай. Так, Рональдинья выходит из ворот. А ты смотришь снизу вообще? Понимаешь, смотришь стрим или что там? Или ты просто... Смотрю, конечно. Нифига себе. Пытаюсь не заснуть под футбол, да? О, вот это неплохо. Не, я люблю футбол, к чему? Я даже люблю больше, чем хоккей.
Да. Я вообще хоккей тоже люблю смотреть. Локомотив сегодня играет, знаешь? Да? Серьезно. Реально. С Атлетика. О, старый наёбка. И... Бубнов отпрыгивает. Кто футболист, ты знаешь? Ну, я так особо... Я заочно смотрю. Да ё-моё, чё за... Че он с пивасиком, да, такой домой приходит, включает. Не совсем. С пивасиком, с водярочкой. С водочкой. С беленькой. Просто смотреть надо. Мы гадости говорим, мы гадости говорим. Без пивасика. Сами от себя такие, типа. Удар. Так, это уже второй шпирёт, я ещё забыл поменять. Да, что творится? Бубнов слева теперь у нас. Бубен, он набегает, набегает, и удар. Ты смотри, он а. Бубен. Он бубен. И забивает, смотри-ка. Бразилия выходит вперед. И Джамлайт остается чуть больше минуты, чтобы сравнять счет. Возможно, чуть выйти. Больше минут, все сравнять счет. Да куда ты дернулся? И сразу как цвет. Я не хочу в это играть. Меня бомбит, а не бомбит у меня. Почему не сдавал? Вы не понимаете, что у меня не бомбит. Да, Сант, конечно. Показал себя вчера на Сочи. Да не играли. Катя, забивайте, когда ты умираешь. Не, я с Сантом солидарен в плане, что игры эпилепсия. Куда ты убежал? Вот и поэтому получил. Логично. И бот бьет прямо в голкипера. Так, Джамлайт пасами действует, я смотрю, да? Да нет. Как я? Я первый. Чего-то он не пасует ко мне. Подумай, где. Мальчик разошелся. Да. Забивает четвертый гол, и уже ничто не спасет. Его уже ничто не спасет. Забивай. Рыбка летит. На угловой. Так, что будет делать Тимощук? Он... Да чё он не побежал сразу туда? Чё... Лучше бы ты сразу в ворота попробовал. Ну, можно было и так. Я хотел через ворота. Это вбрасывание было, да? Да, это он... А я уж думал угловой. Чё-то все там прибежали. 1-1. А, вы прям такой футбол играете? Уже с пенальти играл недавно. В очко, а с Кайлычем. А, кстати, посмотри, я там перепоменял сетку, и теперь вы не с Кайлычем. Я просто из-за топа подобавлял, и поэтому там все сбилось как херам. В смысле, не с Кайлычем? Мы не... Это не считается, что ли? Ну, во-первых, вам все равно вам переигрывать надо было, поэтому не считаю. Почему не переигрывать? А ты что, не в курсе, что там вам про переигровку назначили? Не в курсе, откуда я в курсе? Ну, Распутник писал в чате. Нет, я не читал. И чё, почему переигровку? Я не знаю, что вы там нарушили. Не в курсе. Ну, это хорошо, потому что пизду я больше с ним не буду играть. Так.
Засыпает синий зурбаган. Че, Андрюха, взял себе там пивасик, водочек? Я? Да. Конечно, взял. Ну, уважение. Сразу видно, мужчина пришел домой после рабочего дня. Ну, типа, жизнь такая. Жизнь такая. Жизнь такая. Да? Вот это да. Потом кому пишешь в WhatsApp? Да мне пишут, просто закрепали. Тебе пишешь, кто? Я, да, сразу видно. Девочки классные. Сразу видно, да? 50-летний. Взрослый. Тут мы согласны. Молодые ученицы пишут. Да нет. Молодые. Как тебя по батюшке? Олег? Александрович. Вот, Олег Александрович. Олег Александрович. Покажите новые фоточки в Инстаграме. Да. Я ладно. Мы не пустами их там. Клевые фоточки в Инстаграме. Не понял. Опа. О, неплохо. И всех уносит. Всех уносит. А кого этот джамлайт на ворота поставил, интересно? Иди быстрее. Как тут я опрометчиво джамлайт, конечно. Да они все дырявые, какая разница. Ну как дырявые, там массив, надо самых сильных ставить, это очень важно. Это я хотел через себя, что там за меня пасом ударил. О, с глаз. Ты чё? Ну кого сглазил? Не, я бы думал, он штангу нормально упал. Думал. Ты кого сглазил? Там. Че не в курсе? Да, там был в матче. Было видно, кто кого сглазил. Да, этот удар меня сглазил. Кто такой доделает? Ветерочек тоже подбул. Ветерочек, ветерок. Нет, далеко не улетит, тут есть ветерочек. Давай, молодец. 5 метров в секунду. Ты еще считаешь прям? Да. Там, ну, внизу, на лестнице, 4 метра. Бей. Так, ну давай, джамлайт, ты можешь. У тебя крутилка есть, кстати, что-то с подкатами. Там крутилка есть, прыжок и все там. И все мячи летят в ворота этим щеком. Да. О, еще и супер, отлично. Удар. И у этого крутилка есть. Смотри, как он грамотно хотел убежать от вратаря. Просто. Но не смог. Да. Эй! А там свободная зона, да. Потому что там меня... Да что да. Ты? Да попади ты по нему, там, молодец. Сразу выключили время. Да. Ну, о, вот это красиво захотелось. И так сойдём. Еще и не пасуют ни хрена. Понял. Не супер, как что за бред? Потому что ты не на самой верхотуре сделал. Давай. Ну идем.
командир. Конечно, он же не пасует. Куда ты зашел-то? Правило. Правило. Куда зашел? Никуда он не зашел, там физически нельзя зайти. Нельзя заходить в эту зону, сказали тебе. Так он и не заходил, он на зашел, линию. Он зашел в штрафную, во вратаря зашел. Там тоже нельзя же, по-моему. Можно, как угодно. Да нельзя, там тоже вроде. Да можно, посмотри скрин, я специально говорю. Где можно, где нельзя. Да ё-моё, что-то не хочу я бегать на футы, чё за... Почему я должен... Вот поэтому наша сборная все время проигрывает. Они все так думают. Нахуй надо, рот ебал. Нахуй оно мне не надо, у меня... Миллионы платят, чё я ещё бегать? Пойду лучше стулом. Пойду в стулом какого-то там дурака. Пойдем с другом. Пойду в тюрьме посижу лучше. Так и он-то они там отдохнули, реально. Да что там? Что там говорить? Что ты там жопаешь? А что, нельзя? Можно, конечно. Серёга, я там с вас угораю, да, типа. Бей! Не хочу я бегать. Над ним игроком через все поле бегать. Что за насос? О! Джамлайт размачивает разрыв. Размачивает. Да чё ты размачиваешь, время кончилось, чё ты размачиваешь. Бля. О! Куда он пробегает? Плохо. Но уже слишком поздно. Так, 2-1 в пользу тема счета. До 3, да, побед? Да. Колени, а не колени. Колени не такие. А ты сейчас кем играл? Кто? Тимощук. Кем ты играл сейчас? В Бразилии? Я вроде да. Получает по шайбе, но... Да что ты не нажался, прыжок. Короче, борьба в центре поля. Сюрикен летит. Тимощук готов. Отлично. Да иди ты в задницу. Да пошли вы к черту, как сын говорит, да? Да, он так говорит? Да не, я думаю, он бы так сказал из-за этой игры. Да пошли, идите к черту, я не хочу. Какой дурак, просто говорил дурак, слушай. Сиси? Да ё-моё. Наврала.
ACDC, блин. Это что, рок? Самый такой. Да, первый, что на ум приходит. Какой рок, Лиза? Лиза. Да, любой. Главное, что подходил. По душе, так сказать. Да что ты? Ну, понятно. Короче, никакой. Да, говно, вратарь. Дебил. Ну какой? Ну ты хоть одну рокерскую группу назовешь? Андрюха всякое говно слушает там. Да не, просто Лиза наврала. Пытается. У него надежда, что ты то же самое слушаешь. Андрел. Так, ну-ка, Липецк сейчас зарешает. Да, херня какая-то. Ты что ж ты такое-то, ё-моё? По сути уже. Куньо, красавчик. Куньо тут оказался. Он бьет, но это не опасно. Беги назад, Джамлайт, он же опять сейчас пас отдаст. О. О. Кто не чертил черту, не было боя. Нет, не могу я. Молчал ненавистный рок, только хлебовец. Ё-моё. О, качество. Пока запрещены молнии. Гол, гол, гол! Нет, выше, блин! Ну, конечно, сам виноват. Я был Си, и он должен правила был читать. Да, ты был синий. Ты всегда синий, брат. Брать, ты тоже сейчас посинеешь быстро. Нет. Вот как Тимачок сейчас за синюю Италию играет. Я вообще пошутил про синий цвет, но, пожалуй, не буду. Почему? Будь, пожалуйста. Что-то будет обидно. Ничего, я думаю, Андрей не обидится. Я думаю, уже стыд на дом. Вы же можете знать, мой Юринка, зачем ты это говоришь? Ты скажи нам цвет. Я же знаю тупая шутка, поэтому не хотел шутить. Я вообще никогда нормально шучу. Ничего, ничего, это придет с возрастом. Ну да. Я заметил, как только у девушки появляются нормальные сиськи, то она сразу смешно шутит. Чего? Все вокруг так и угорают просто. Чтобы ничто бы не сказала, все сразу ахаха. Так что чувство юмора это такое субъективное понятие. Надеюсь, ты не наобидел сейчас. Че там у тебя? Я доска. Это ладно. Да. Но зато у тебя чувство юмора будет нормально. Нормально это хорошо. О, так, а, да, вы же поменялись. Главное душа. Вот это да, это да. Главное душа, душа, да. Душа, чтобы это не меньше второго размера. Давай, братов. Чё, не меньше. Чтоб душа побольше желательно. Слышишь ты, блин. Лиза, у тебя какой рост? 168-169. Вот, видишь, кот. А у тебя какой? У меня 161. Вот, не Дима, пизди сейчас, в общем. Второго размера. Начинается. Да это не важно, на самом деле, какой размер. Конечно. Как бы главное это как-то, ну, в целом там все. В целом? Нет, куда ты улетел? Ой, куда ты пошел? Не, ногу уйду от вас, я такой чудо нет. Давай, мерей. Ты как дом! Линейка. А ну извини. Где же у меня линейка? Извини. А ну извинись, говорю. Я же извиняюсь, извинись.
звучит правильно. Да, приходи, твой... твой раб. Это Пауэр ждет тебя. Да что такое? Что за гол 3 это? Что за гол 3? Что за тридятина какая-то? Что случилось, Тимошек? Почему ты... Что за игра? Непонятно. Так, и вот он момент истины. Тимошек уходит один на один. И промахивается. Промахивается. И что происходит? И куда пас, Джамлайт? Куда ты жмешь пас? Зачем? Да не я. Давай, надо забивать, заканчивать это все. У него стоит как сволочь на воротах. Как сволочь, да. Все правильно. Давай. Ну что ж, супер, можешь ударить, блин. Так, пенальти, смотри, что. Так, Тимошек забивает. Ну, нахуй поняла. О. Я не успел испугаться. Да, пенальти, конечно, тут оказывается вратарские навыки. Мастерство не выбивается чуть-чуть. Ну почему я не могу крутить? Обычно всегда в штан летит, когда я вниз сразу бью. Ой, блядь. Ну, как это легально, кстати, вообще? Ну там, видимо, в кончиками. Давай. Окей. Тут... Так, здесь всё... нет. По умолчанию. Так, это... Это просто звук, ты выбираешь музыку, трек. Ну, хоть не выбирай там. Тут всё по умолчанию, ветер нет, всё правильно. Один круг. Так. Перса на первый забег выбирает. Выбор. Отона. Отона? Отона. Так, помогаем, братишки. Так, Джамлайт за синюю же, да, вроде? Да, да, да. За Рики. А Енот за красную. Вези меня, убег. О, смотри, он тебя ждал, короче, чтобы разобраться за все, что ты ему сделал. Блядь. Ну чё ты, блин? Вася. Смотри, тут везде кастеты разбросаны просто в виде мусора. Говно. Лох, пидор. Я смотрю, вы, блин, понимать нечего в этой игре, но бежите вы в самые последние. О-о-о! Афиша, нихуя себе по-русски написано. Перевод. Ну, блядь, здесь даже по-русски не поленились, а в этом
по многоповедности. Перевести все. А я не знаю, кто вот этот ром переводил. Может тоже какой-нибудь фундус. Не мусорить. Сука, Лар. А нахера вообще туда интересно полез, если можно было сразу в плавки? Да, думаю, не надо туда лезть. Бомба срабатывает в воде. Потому что иди нахуй, физика. Че это такое? Не монетка. Знаю. Енот отоварил куню, но все равно не пришел первый. Уже, по-моему, последний. И смотри-ка, и Джамлайт пересекает первым. Че там, Хан? Никита. Да, давайте, жмите там, кто первый. Так, ну здесь тоже все по умолчанию. А одинаково, одних и тех же, то можно выбирать? Да можно, конечно. А там Мазда была. Все равно разные. Или Мазда. Ну, сейчас будет весело. О, да, нихуя себе. Первый пошел. Что-то слишком сильно ты прыгаешь. Слишком прыгучий, надо коленочки подрезать. Изи вообще. Вот, что-то не очень. Все, это баг. Да это не баг, это он просто лох. Ром говно. Самый продуктивный 30 секунд за сегодня. Ну, вас гипнотизирует. Да. Ну, сейчас время кончится. Так, первый пошел. Куда ж ты плывешь, браток? Лестница в другой стороне. С первого раза пробежал. А чё мне скидывается, я не понял. Ладошки. Алло. Потные. Я на лестнице, Джамлайт, в любом случае. Их надо по поверху пройти. Ладошки какие-то, я не понял. Чё за хрень? О, ну хоть не скинуло. Енот пока бежит. Так, гантели не нашла своего... Своего героя. Хозяина, да. Так, енот пробивается в теме. Да. К вершине. О! Помянем. Интересно, как ты несешь эту гантель в зубах? Наверное, на голове просто, у него же прическа как раз позволяет. Так, енот пришел всех отпиздить, но... В итоге просто всех напугал только. Чего он не прыгает? Шиномонтажка. Ой, блядь, что там опасно, ребята? Там... Розовая жидкость в бассейне. Странно. Так, и что же это у нас? Не туда бежит Джамлайт. В ту сторону.
Так, это круги. Сейчас, погодите, не спешите на следующем окне. А, все, ладно. Ну, разбить шар тут, короче. Как? Вообще надо было поставить... Ну ладно, неважно. Вверх надо, карабкаться вверх и... Ну, сейчас оба проиграете, судя по всему. Синий, вверх надо бить. Надо было поставить, чтобы вы были в разных командах. Ну ладно, хоть. После драк не надо быстро проматывать только. Сейчас вот будет драка. Здесь так, уже ну... даже те же самые, как у Toad & Sets, да? Ну как? Как бы своего рода. Они тут очень читерные, как у Toad & Sets. Особенно твой персонаж. Пипец, у него и колени есть, и какие-то вертушки там, и вообще. О, вот это вообще жесть, конечно. Как суперку-то делать, я не понял. А тут вообще у всех разные приемы, не знаю, смотри, что у тебя есть. Ничего нет. Я вообще не знаю, что там у кого есть, так что... Ну вот у тебя быстрая рука, это тоже как бы... Вот этот зеленый, по-моему, головой может... Но самый имбовый это, конечно, красный. Я не укрутил потом. А, вон, у белого тоже какая-то там хрень. Некоторые с предметами умеют. Ну, то есть, можете, если ты возьмешь предмет, то ты с ним что-то можешь делать. Так, Рики уже почти сдох. Можно кидаться, да, какая-то хрень. О, видишь, нормально. Сейчас Рики откинется уже. А, нет, первый Суга откинулся. Ну, в принципе, важно... Кто последний сдохнет, тот и второе место займет. О, нормально. Пиздюлился. Так, Рики сейчас сдохнет. Да, Рики сдох. Остался зеленый, тоже сдох. Вот сейчас не проматывайте, сейчас посмотрим, кто там у нас победил. Вернее, вот эту можно промотать, вот этого. А дальше общий зайдет. Вот эту так. Не проматывайте. Первая Рэнгоу. 880. Ну, короче, за кого там играл? За Ханазона же, да? Да. Короче, Нагинот на первом месте. А это вся фигня, это уже как бы... всякая херня. Так, все вот это... Полный круг сейчас. Все, сыграли, да. Заебись, сыграли. Управляем енота. Спасибо, спасибо за игру, Джемлайт. Ну-ка сейчас для верности посмотрим, что тут за финальный. По идее, красный должен остаться. А, не, нихуя. Ну ладно, я сейчас посмотрю повтор. Ну, это короче, Рэнго, там, Рэнго, да. Рэйхо, я их все время путаю. Там Рэйхо в любом случае было выше, по-моему, чем. Пылки манш. Надо посмотреть, короче. Это вот это пылки марш. Короче, ладно, я сейчас посмотрю.